о том говорили, скажем, Спаситель мертвых воскрес. Зовите людей с перепутья, от ангела всем это весть, в чьем сердце он не был, но будет. Спаситель из мертвых воскрес. Христос воскрес, деревья рукоплещут. Ну и так далее. Стихи Игната Тихоновича Лапкина. Ну вот это еще можно. Опять весна, и лопаются почки, а панцирь листьев засушил мороз. Вновь полнолуние, день длиннее ночи, и из могилы восстает Христос. Оставив пелены и мрак могилы, сиянием дивным вышел окружен. Не зря Мария с кушаном спешила, ее с любовью принимает он. Христос воскрес в хорале перезвонов, со всех церквей и маковок ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Ну это ласточки. Это ласточки. Ну пусть будет, соловья поет. Все дышащее дохвалит Господа. Какая встреча, ожила надежда, порывом ветра падает к ногам. Не прикасайся, я не тот, что прежде, спеши скорей к моим ученикам. Прислушайтесь, как стонут удивленно в горлинах томных птичьи голоса. Какой восход встает окровавленный, и в пурпур одеваются леса. Христос воскрес в хорале перезвонов, со всех церквей и маковок ветвей. Христос воскрес, ликующее слово не слышится, выводит соловей. Не слышится, выводит соловей. Христос воскресе! Воистину воскресе! Аллилуйя! 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 Слава Христу!